Здесь можно получить прививку как первым, так и вторым компонентом, лишь на несколько минут прервав свой шопинг. Развернутый пункт вакцинации в Самарском торговом центре взял на себя часть нагрузки городских поликлиник. С 11 до 18.00. Это время работы кабинета успевает получить прививку десятки человек. Я шла в поликлинику к себе. Думаю, на обратном пути пойду в поликлинику. Остановилась, сделала здесь. Да. Почему нет? Поэтому у нас вопрос по вакцинации в семье не стоял. Муж у меня уже давно вакцинировался. Перенес, все совершенно нормально. С людьми общаюсь и в поездку собираюсь, и не хочу сидеть дома в заперти. Ну и вакцинация у нас с детства, поэтому не боюсь этого. Слышала, да, что здесь пункт есть. Вот. А что есть вакцина или нет, мы не знали, но приехали, слава богу, она в наличии. По наблюдениям медиков, число желающих привиться заметно выросло. К тому же, если раньше шли за вакцинацией люди старшего поколения, то теперь контингент помолодел. Сначала приходили больше пожилые возраста, сейчас более молодежь, то есть выше 18 лет, то есть люди даже приходят. Но в основном приходят уже после беседы с терапевтом своим, они уже приходят готовые к вакцинации. Прививочная кампания в регионе набирает обороты. На сегодня почти 645 тысяч жителей области сделали первый компонент антивируса. А из них прошли все этапы вакцинации почти 456 тысяч. Чтобы скорее выработать коллективный иммунитет и достичь 60% вакцинированных, на помощь приходят мобильные прививочные пункты у торговых центров. В «Авроре» кабинет работает каждый день, а по пятницам и выходным возле «Меги», «Космопорта» и «Амбара» открываются мобильные пункты. Также на оперативном штабе сообщили об открытии пункта вакцинации в торговом центре «Гудок». Гульфия Сафина, «События».